И еще одно обвинение в адрес главы МВД. Активисты утверждают, что Арсен Аваков подписал приказ о создании батальона «Торнадо», зная о преступной деятельности бойцов отряда «Шахтерск», который вошел в состав нового подразделения. Об этом в Фейсбуке сообщили представители правозащитной организации «Медийная инициатива за права человека». Документ, опубликованный активистами, это служебная записка экс-начальника департамента организации деятельности подразделений патрульной милиции особого назначения Виктора Челована. В ней правоохранитель сообщает министру о выявленных преступлениях членов «Шахтерска». Несмотря на это, Аваков утвердил создание роты «Торнадо», которую возглавил Руслан Онищенко. Я напомню, Оболонский райсуд столицы признал 12 торнадовцев виновными в создании преступной организации, пытках, насилии и похищении людей. Руслан Онищенко и еще 7 обвиняемых осуждены на сроки от 11 до 8 лет. Еще 4 из них получили условный срок.